Привет, меня зовут Ваня. Попал я в детский дом в 2010 году, 31 августа. Если честно, я даже не понял, как это произошло. В том году, когда был проект, ребята участвовали в нем. А я как бы тоже хотел, но уже команду набрали. И в этом году я пришел с улицы в детский дом. Мне сказали, вот, ты участвуешь в этом велопробеге. Я очень обрадовался. Я приехал по Красноярскому краю и узнал больше. И теперь понимаю, что какой на самом деле красивый наш Красноярский край, какой он большой. Проект меня научил не сдаваться, если ты что-то начал делать. Он мне дал очень много еще друзей, очень хороших друзей. Дал уверенность, даже если ребенок живет не в семье, а в детском доме, это не совсем плохо. Семья у меня будет, это я гарантирую. Хочу больше всего сына. Воспитаю его, дам все то, вот, чему сам научился в протяжении, вот сколько я проживу, так и буду воспитывать. Для меня главное качество для мужчины – это отвечать за свои слова. Если ты дал обещание, ты его, будь добр, выполни. И защищать слабый женский пол. Ну, у меня точка зрения такая есть. Как люди относятся ко мне, так и я к ним. Ну, если даже человек сделал мне плохо, и в какой-то момент у него какая-то беда, я все равно, несмотря на то, что он мне сделал, протяну ему руку помощи. В жизни моя мечта, не знаю, почему именно она, стать дальнобойщиком. Мне почему-то очень понравилась их профессия. Счастье для человека, когда у него, во-первых, все живы, все родные и близкие. Ну и самое главное счастье – это когда у тебя есть любящая хотя бы брат, сестра. Я мечтаю, выпустившись из детского дома, вот поступить в училище транспортное, вот как раз на дальнобойщика, и чтобы у меня все сложилось в дальнейшем с семьей. При поддержке компании «Красцветмет».